Когда он спросит тебя «Ну как ты?», оставь подружкам эмоций ворох. Пусть будут просто сухие факты в ваших случайных с ним разговорах. Молчи, делиться с ним много чести. Молчи, что удалила треть песен из плейлиста, что составили вместе. Столкнулись в центре? Да, город тесен. Молчи, что книг не найти на полке ни о любви, ни о чувствах и браке. Расскажешь? А много ли в этом толку? На нем срослось все, как на собаке. Большой, бойцовской такой породы. А ты скулишь, все забившись в угол. Для вас есть темы валют, погоды, полезных свойств, крест-салата и рукол. Когда он спросит тебя «По кофе?», скажи, что поздно, что ты в цейтноте. Начнется ломка, он чертов морфий, и ты увязнешь в его болоте в своей горячечной эйфории, из чашки сладкий глиссе глотая. Оставь Марине его, Марии, Матильде, откинься лучше на спинку кресла, читай меню, изучай картинки. Тебе должно быть неинтересно, вы разошлись на пустой развилке. Вы разошлись. Допивай быстрее, вставай, прощайся, плати по счету. Скрывайся в ветре зимы, Борея, сбегая в Канзас или Миннесоту. Когда он спросит тебя «Поедем?», скажи, что дома сестра, подруга. Скажи, что дома ремонт. Будь леди. В твоем сознании центрифуга вращает логику и мурашки. Когда вы все-таки в твоей квартире, держи на теле пиджак, рубашку. Держи дистанцию, дольше, шире. Он будет врать, что скучал до жути. Не верь. Не смей говорить «я тоже». Ты через вдох постигнешь суть, нелепо пробуя быть чуть строже. Бракуй с ним ночь провести идеи. Стели на кухне, раз так сложилось. Иди в постель. Утро мудренее. Когда проснешься, поймешь. Приснилось.